Вот и лето пришло, вдруг обнаружили многие горожане. Это воочию видно по обилию на прилавках зеленых рынков ягод, овощей и фруктов. А если есть из чего выбрать, то надо определиться, как будем выбирать. Как определить, откуда вот эти ягоды? Говорят, что вот это турецкая, а вот это из Краснодара. В чем отличие? Ну, говорят, что отличие на вкус. Попробуем. Вкус настоящей клубники. И здесь выбор огромен. Наверное, только так выглядит изобилие. Но это только начало торгового дня. По предварительным подсчетам, каждый день на эти прилавки выкладывается до 10 тонн ягод. И почти вся она тут же раскупается. Стабильно снижаются цены. И значит, объемы продаж тоже возрастут. Хорошая, шикарная, вкусная. И клубничку вам, да? Да. Пожалуйста. Клубника тоже шикарная, сладкая. Кто же у нас лидер продаж? Представлены все традиционные ягодные республики. Узбекистан, Молдавия, Азербайджан, даже Греция и Египет. Это и по ценам видно. Однако свое привычней и доступней. Да, лето началось. Клубника, черешня дешевле уже начинается. И ждем уже больше и больше черешня с Краснодара. Клубника тоже с Краснодара. Качество идет хорошее. Вообще и клубничка тоже хорошая. Сейчас начинается больше и больше клубничка и черешни уже сезон, как бы началось хороший сезон. Лето, ах, лето! Сколько у него припасено подарков для нас, вкусных подарков. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День».